Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутенбалт, а мы продолжаем играть в Трансформеры. Эпоху истребления. То есть не эпоху истребления, а битву за Тунеску, я перепутал. Сорян. Короче, проходим вторую главу. Тут у нас такая хрень, до хрена всяких букашек, насекомых. И опять у меня вылетает мышка, к сожалению. Ну ладно. Наверное, я скоро с этой проблемой разберусь, надеюсь. Ёкроманы такое. Иди нафиг. Блин. Вот из-за тебя я упал. У меня мышь вылетела из-за тебя. Ты где? Ага, вот ты. На. Ладно, похрен на него. Давайте поедем уже. Нахрен, пацаны, я с вами не хочу с вами. О, сбили нахрен говнюка, взяли и сбили просто. Кьюш, будет все зарубит. Ну давайте вот так вот делаем. Оп, все выпустили. Так, о, уже наши пацаны тут стреляют во все щели. Так, ну давайте открывать мне дверь. Отлично, двери открыли, супер, опа-на, тут терминал есть, это хорошо, хорошо, что есть терминал. Ой, вот так вот иногда придется постреливать, потому что у меня вылетает мышь. Так, бластер, бластер мы поменяем на... На что мы поменяем? Давайте вот такую штуку возьмем, заодно ее... Улучшим. Тут ее улучшим. Тут ее не улучшим. Ну, короче, мы ее возьмем. Мы ее берем. И да, принять. Потом сюда. Берем вот хакера. Киберхакера. Так, все. Супер. Больше ничего не надо. Так, ну что, пора. Сейчас вы получите по полной жопе. А куда они делись? Подозрительно. Интересно, куда же они делись? Где же они? Так, ну-ка. В рукопашку сейчас уработаемся. Пацаны, вы долгие. Ну, как всегда, короче, World Megatron угрожает Starscream, а Starscream выпендривается перед Мегатроном, ну, как обычно. Ничего не изменилось. Так, на-ка. О, боже, какой здоровый. Так вот. Немножко подлагивать начал, ну ладно. Местами такая штука будет. Так, на. На. Шикарно. Так, газуем, газуем. А тут вот у нас еще. Ага. Вообще пипец. Блин, смотри, мышь вылетела опять. Пипец. Просто так патроны трачу. Здорово, пацан. Блин, на тебе. Ну давай, с руки. Ну почему ты его не достаешь с руки-то? Давай его уработаем. Блин, не надо. Получай. А вы... Блин, убьют сейчас.
Ё-ма-зай, да... Блин, мне уже задолбала эта мышь вылетать, ёкаламэне. Взяла мышь, вылетела, всё, пипец. Ну-ка, подождите. Мне тут... Ой, хрень всякая открывается. Так, всё. Не отвечает. Потому что я всякую хрень сейчас понаделал. Ой, придется, как всегда, ждать. Зависла штучка. О, отвисла, шикарно. Так, все, давайте, пацаны, расходимся. Сейчас, короче, надо нам дилетиконов перебить. Для веселья. Ой, ёлка у меня. Влагал ты как. Трансформер, успокойтесь, вы так лагать. Пацан забаговал. Смешно. Так, ну кто у нас тут сети? Ну ладно. Добавляйте меня в друзья в стиме, погамая вместе. Так. Ну ёлка, у меня опять я перегнул пару. Стоять, пацаны. О, все. Теперь продолжим. На-ка. Вообще шикарно. А то они мне уже всё поцарапали. Ну-ка, лазербика. Пусть нам поможет. Так, что тут еще сделать-то не можем. Так. Видишь, как использовать рычаг? Давайте используем рычаг. Идеально. Куда ты идешь? Разве твое хранилище с воображаемой темной искрой не в этой стороне? Полагаю, да. Продолжать поиски, я присоединюсь к вам, когда разберусь с вредителями. Понял. Эх, ладно. Только давай поскорее. О! А теперь мы за Шоквейва. На! Охренеть, мощь. Мощь просто, Шоквейв, ты мощь. Так, все стало понятно, ты мощь. Блин, кто меня там бьет? Какого хрена? Так, пацаны, опять хрень всякая открывается. Все, продолжаем. Ну-ка, испепелю нахрен. На. На-ка. Ну-ка, давайте. О, все шикарно. Это тут я люблю. Все, их током там расшарахло всех. Это хорошо. Так. Теперь я в основном буду, наверное, по выходным серии-то новую выпускать. Так, электрометатель. Он нам нафиг не нужен, потому что мы можем взять хакера. А хакер — это такая мощная штука. Она, короче, переводит, насколько вы поняли с прошлой части, трансформеров на вашу сторону. И это очень круто. Так, а сейчас у нас тут что будет? О, что это тут у нас? Ой, можно это съесть. Невероятно, у разумных такая кибер-ДНК, как у диких консентиконов. Эй, как он нас назвал? Не знаю, завалим его. Дайте я. Так. Ё-моё, пацан, ты чё такой жесткий-то? Ё-ё-ё-ё-ё, взрывал, ты чё, блядь? Давай-ка ему сейчас устроим по полной. С воздуха, ёпта, он взрывал. Ты чё плачешь, родной?
Откуда ты хреначишь? Ага, ну что, я тебя нашел. Так, все, взяли. Я тебя взял на прицел, блин. Так, иди туда, да. Ты меня слишком сильно пробил. А какой сложности игра, я уже забыл. Пробил кто-то меня сильно. Братишка, привет. Мы тебя почти убили. Ты это знал, братишка? Да. На-ка. На-ка. Ну, давай, стреляй. Вот так давай. А вот сейчас вот так вот будем делать. Все у нас будет тебя. Сейчас мы тебя быстро убьем, братишка. Давай, ну попади у меня, давай. Ладно, пора тебе жопу набрать. Пинок. О, мимо меня не пройдешь. Врешь, врешь, врешь. Шикарно, этого мы завалили. Сейчас возьмем патрончиков. Блин, да хрен ли вам надо, пацаны? Я вас не звал, идите нафиг отсюда. Я вас не звал, уходите. Я тоже не звал. Вы мне мешаете, пацаны, ничего так. Блин, и опять. Опять у меня 43 хп каким-то фигом. Почему? Ёкалмана, еще тебя, да, надо? Ну давай, давай, поиграем. Так, ну, давай, поиграем. Босяра ты мой, масяра. От тебя я убежать должен, да? Чё ты там сказал, ну-ка. Разберемся с тобой, за славу в ответе. И чё ты тут стал? О, да, у тебя энергон, значит. Отдай мне энергон. Шикарно, у меня, значит, энергон есть. Ну-ка, на. Ой, да, о, все, супер. Все, я тебя сейчас спалю нахрен. Где ты? Куда он делся? Почему я тут там не заложил? Так, на. Ну, где ты? Вот так вот. Вот так вот. Так где ты, пинок? Вот ты. Ну, давай я тебе током своим шибану. Куда полетел-то? Я тебя добил, нет? Ну все, супер. А теперь последненького надо загасить. Ю-у-у, снайпер, ты самый жесткий, я слышал. Здорово. Чё ты косишь? Пацан, ты где? Я с тобой поиграть хочу. Игра называется «Режь и беги». Ну все, я тебя вот сейчас сквозь вот это вот говно сейчас постреляю. Думаешь, что ты спрятался? Нет, ты не спрятался. Тебе еще для того, чтобы спрятаться, надо. Да хрена. А он, кстати, где? А, стоп, я его уже убил. Так быстро. Тогда погаси мою искру и покончим с этим. Есть и другой вариант. Так, а вот тут вот мы продолжим за нашего взрыва играть, то есть Сунвейва. И что же нам теперь делать? Запустить лазербика, вот что нам делать. Ну-ка. А вот и друзья, здорово. На, вот эту вот штуку хорошую, вот бастер. Линейный бастер. Старскрим, ты забаговал? Чё ты их не атакуешь? О, вот это вот другое дело, Старскрим, а то я тебя не узнал просто. Обычно ты букашек всяких таракашек любишь помочь, а тут он застал, застал, Старскрим. Супер, давай открывай ворот. Чё ворот не открывает? На. Блин, кашу я чё-то. О,
флончик, ну-ка, на, да, я по нему попал, ну-ка, на еще. Почему? Во, разрубил, вы это видели, разрубил, это было вообще красиво, когда я его разрубил. Так, дверька открылась, это классно. Я люблю, когда у меня дверька открывается. Эй, Бархан, хватит теперь, хватит терять время, у тебя есть услуги. Точно, у меня же есть слуги. А слуги — это очень интересная вещь. Очень прикольная вещь, потому что эта вещь может тебе помочь в бою. Блин, вот мышка вот вылетает, если там в правильную сторону я направляюсь. Ну-ка, кто тут на самом двоего полез? На, получил по голове, все. Так, на. Ну, чё ты там, где ты? На. О, а куда он улетел? Пацан, ты куда улетел? Ты где? Я тебя найду. А, вот ты вернулся. Так, на. Ну, на, получай, говнюк. И ты тоже получай. Блин, саундвой задолго прятаться. На. Набегу прям. Чё тут у меня по FPS ничего падает. Ну ладно. Значит, что-то серьезно будет. Так, ага, линейный бастер у меня остался. Ты чё, букашку боишься, саундвой? Лазербик, убить их всех, как говорится. Все что ли? Лазербик решил не париться. Ну чё? Сюда нам походу надо. И что же нам теперь делать? Резервуар с кислотой скрывает ход в хранилище. Найти пульт управления. Осушить кислоту. Открыть ход. Громила. Запуск. Операция. Осушение кислоты. Запуск окончательного осушения. Скандалист, да готовься. Интересно. Интересненько. Блин, ну пацаны, ну вы чё хоть? Пацаны. Чё я тут сделать-то должен? Забрать громилу? Как забрать громилу? Ну, давай, забудь, помоги мне. Помоги. О, как мне тебя забрать, дружище? Блин, а, во, все, все, я подбираю громилу. Да я тут уж, вы сейчас... Слушайте, вы больно убойные. Вам не кажется, ребятини? Так, давай, погнал. Блин, ну я водил, да? Ну-ка, вот сюда, давай, запускай. Я думаю, то, что у нас глава, вторая глава на две части разделится. Потому что вторая глава, она большая. Такая непростая, я вам скажу. Ой, пацаны. Простите, вылет из игрушки был небольшой. На-ка. Блин. Лазербик помогает. А, во, энергон, класс. На. Получайте, уроды, отстаньте уже. Так, давай забирай громилу, и все у нас будет, зашибись. Все, погнали. Так, кому тут ракеты зарядить? Тебе? Все, ладно, обошли. Давай запускай. Смотрите, самое главное, когда я запускаю, они меня не трогают. На. Вот так вот. Так будет со всеми. А ты куда побежал? Я тебя достану. Ты же это знаешь.
Куда ты полетел, тут? Блин. На-ка. Ой, пацаны, у меня ветка пропала. Ну-ка, стойте. Пипец, я без вебки снимал, охренеть. Я и не заметил то, что у меня вебка-то пропала. А вы мне не сказали, чё вы мне не говорили, что вебка пропала? Или вам нравится, когда я без вебки снимаю? Решать вам, пацаны. Так, всё, зашибись. Сюда давай. Громила с запуска сушения кислоты. Так, ну-ка. Пацанчик, я выпускаю лазербика. Он у вас сейчас тут всех на запчасти отправит. Вы это знали? И я вас тоже отправлю. По одному. Так. Так, на, идеально, у нас тут получилось. Блин, я забрал? Да, я забрал. Все, теперь варим, валим отсюда. Ну-ка, на, че, кто-то еще захотел? Так, я выпускаю громилу, все, останься. Так, все, я на тебя нацелился. Блин, куда ты повернулся, сам был? Дурак, что ли? Старкрим у нас там все ноет. Старкрим, ты чё ноешь-то? О, заставка пошла. Олспарк всемогущий, смотри, какие громадные. Не стреляй, скандарист, негоже так встречать наших новобранцев. Рычит. Это он новобранцы? Ох, да. Добро пожаловать на борт. Взрывало. Доступ к хранилищу открыт. Очень хорошо. Инсентиконы, оставьте нас. Вперед в хранилище. Вам, дорогие друзья, продолжим проходить вторую главу в следующей серии, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про комментарии. Всем удачи, всем пока.